по поводу безопасности будем сегодня говорить, потому что очень часто из-за деятельности человека страдает намного больше, чем вообще человечество, да, страдает природа в первую очередь. И у нас сегодня в гостях Максим Витальевич Грамотный, заместитель министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот у нас приближается череда праздников, да, это означает 10 дней выходных. Конечно же, крымчане куда отправятся? Отправятся на пикники, на природу, будут там разжигать костры. Но все это, конечно же, чревато. Вот чем чревато? Ну, спасибо за предоставленную возможность пообщаться с вами в прямом эфире, с нашими гражданами нашего полуострова. Как вы правильно сказали, у нас приближается череда очень длинных, больших, затяжных праздничных дней. И они начнутся не с 1 мая, а начнутся уже с данной субботы, когда начнется торжественное мероприятие по празднованию Пасхи. Все храмы будут открыты, ночные службы начнутся проводиться где-то с 6-7 вечера субботы. И прихожане большими массами пойдут на праздничные мероприятия, посвященные празднику Пасхи. Вот с этого момента у нас уже и начинаются праздничные дни. Я хочу вам сказать, что инспекторским составом, а также сотрудниками пожарной охраны МЧС Республики Крым проведены рейдовые обследования всех храмов. Проведены дополнительные инструктажи со служителями культовых учреждений. На момент начала праздничных мероприятий каждый храм, каждая церковь будет обеспечена дежурным представителем от МЧС. То есть с начала службы и до конца службы в любом храме, в каждой церкви будет дежурить сотрудник МЧС. Пожарная безопасность будет обеспечена и будет находиться под непосредственным контролем. Ну я так понимаю, когда крымчане будут отдыхать, работники МЧС как раз-таки будут усиленно работать. Да, с сегодняшнего дня гарнизон МЧС Республики Крым переведен в усиленный вариант несения службы. Усиленный вариант несения службы продлится до 12 мая. Как вы уже сказали, Пасха у нас сразу же переходит, практически мгновенно переходит в череду майских праздников. В эти праздничные дни наши гости нашего полуострова, а также граждане, конечно же, будут выезжать на маевки, будут семьями, компаниями выезжать на шашлыки. И, опять же, повторюсь, может быть, хочется, пользуясь случаем, предупредить наших граждан, наших гостей полуострова о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности на природе. Максим Витальевич, а вот что, да. Пожароопасный период уже начался? Пожароопасный период решением комиссии по чрезвычайным ситуациям Совета министров Республики Крым на нашем полуострове объявлен с 1 апреля. Вот с момента 1 апреля усилена профилактическая работа среди населения. Мы создали оперативно-профилактические группы, куда в состав этих групп вошли сотрудники МЧС, сотрудники пожарной охраны Республики Крым, а также сотрудники Министерства внутренних дел, органов исполнительной власти, добровольцы. Данными группами совершаются подворовые обходы, сходы граждан в населенных пунктах, раздаются листовки, памятки о соблюдении требований пожарной безопасности в быту, как в быту, так и на природе. Ну и вот этим вот профилактическим мероприятием мы стараемся максимально охватить наш полуостров, население нашего полуострова. Опять же повторюсь, данные сотрудники объясняет именно элементарные правила поведения. Вы могли бы их нам тоже рассказать? Да. Ну, конечно же, хочется предупредить, что с начала майских праздников, помимо того, что будут выезжать на море наши граждане, но еще, конечно же, не исключены походы в лесные массивы. Хочется предостеречь от разжигания костров в необорудованных местах. То есть на природе, как кажется, небольшой костер разжечь, пожарить шашлык, но из-за невнимательности данное вот такое вот небольшое, как кажется, контролируемое горение может перерасти в большую трагедию. Поэтому на маршрутах следования, на туристических маршрутах уже оборудованы специальные стоянки. Там есть места для разведения. Мангалы. Мангалы, да. Мангалы. Кострища. Кострища. Ну, это где на оборудованных местах именно. То есть в дикой. Значит, там и платно. Нет, будет. Нет, все нет, бесплатно? Что, конечно, все бесплатно, все для граждан нашего полуострова, все для наших гостей. Поэтому исключить разжигание костров в лесных массивах, в необорудованных местах, а также очень хочется предупредить, вот именно на эти майские длительные праздники, хотел попросить бы наших родителей особое внимание уделять детям, потому что практически
маленькие каникулы у наших маленьких граждан, и поведение в быту именно их сейчас при установлении такой у нашей, как всегда, крымской, теплой, приятной погоды, может привести, их шалости могут привести к довольно-таки серьезным последствиям. То есть это дети часто поджигают леса? Нет, нельзя сказать, что дети. К сожалению, человеческий фактор именно ландшафтных пожаров, которые происходят на полуострове, а также на территории Российской Федерации, это основной человеческий, основной фактор. Потому что согласно статистике, 90% лесных, а также ландшафтных пожаров происходит именно из-за безалаберного, я не побоюсь этого слова, безалаберного поведения граждан. Максим Витальевич, большое вам спасибо за рассказ. К сожалению, время у нас уже подходит к концу, но я абсолютно уверен, что крымчане будут внемлить вашим рекомендациям. И, в общем-то, как и любые люди, которые берегут свой край, берегут родную землю, будут осторожны с огнем. Спасибо вам большое. И вам спасибо большое. Ну, а мы двигаемся дальше.